нас просмотры квартир, домов сегодня продолжаются. Сегодня мы решили поехать в Кембридж. Есть такой поселок новый, и там таунхаусы стоят. То есть, в принципе, таунхаусы мы не рассматриваем, но просто для сравнения хотим понять, как вообще в этих поселках. Да, вдруг понравится. Посмотрим, в общем, и вам покажем. Выглядит вход в Кембридж. Моя любимая кафешка, очень классная кафешка, между прочим, я там всегда обедаю. Детский сад вон виднеется. Ну, сейчас заедем, все покажем. А приехали мы в этот поселок, потому что тут живет Вика Романец. Она согласилась показать свой таунхаус, в котором сейчас идет ремонт активненько. Сейчас я вам покажу тоже. Вот у Вики тут ремонтик на первом этаже, просто кипит. Вот второй этаж. Такая вот лесенка. На втором этаже. И третий этаж. И еще есть третий этаж, да, Вика? Вот там.